В Национальном учебном центре противовоздушной обороны вооруженных сил Румынии в Капу-Миде уезд Констанца 17 сентября состоялась официальная церемония приема вооруженными силами Румынии первого поставленного из США зенитного ракетного комплекса батареи «Патриот ПАК-3+». Румыния – 17-я страна мира и 7-я страна-член НАТО, которая отныне обладает ракетными системами «Патриот». Первый ЗРК «Патриот», который укомплектован радиолокационной станцией для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, способной определять скорость их полета и удаленность от цели, командным пунктом, пусковой установкой, комплектом управляемых ракет «Патриот» и противоракет, будет использоваться для обучения личного состава специально сформированного под это дело в 2019 году зенитного ракетного полка. К концу 2022 Румыния получит от США еще 3 ЗРК «Патриот», которые поступят в распоряжение этого полка. Еще 3 комплекса, которые американские корпорации Raytheon и Lockheed Martin обещают поставить Румынии в 2024-2026 годах, поступят на вооружение сухопутных войск. Приобретение 7 зенитных ракетных комплексов «Патриот» обойдется Румынии в общую сумму 3,9 миллиарда вечно зеленых американских долларов. На базе Капу-Миде премьер-министр Румынии сообщил, что в планы правительства входит и приобретение у США 6 современных модификаций истребителей F-16. И мы к чему это рассказываем? Помнится, прошлый министр обороны Украины обещал рассмотрение правительством как варианта для нашей армии таких же патриотов на вооружение. Но его на должность уже нет. Есть новый, видевший еще Иосифа Виссарионовича министра ОВОС и ныне там, тишина и покой, и своих пока не сделали. И про покупку этих, по крайней мере, пока не слышно, что кто-то шевелился.